В регионе обеспечена социально-экономическая стабильность, не допущено массовых волнений. Прокурор Ивановской области отчитался о работе надзорного органа за 2018 год. Сотрудниками ведомства выявлено более 44 тысяч нарушений закона. Почти 13 тысяч человек привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. В суды прокуроры предъявили иски и заявления на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. 77 миллионов уже взыскано. В судебном порядке в интересах работников взыскивалась так называемая серая заработная плата. В отношении 9 работодателей злостных неплательщиков заработной платы по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. В целом за год по мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере более 77 миллионов рублей перед 1500 работников. За коррупционные правонарушения к административной ответственности привлечено 29 человек. Им назначены многомиллионные штрафы. Состоялись суды по резонансным делам чиновников Дмитрия Куликова и Сергея Жубаркина. За злоупотребление должностными полномочиями, совершенное в составе организованной группы, приговорен к 4 годам реального лишения свободы бывший глава администрации Ивановского района Жубаркин, занимавшийся незаконным выделением земельных участков. Содокладчики прошедший год охарактеризовали оздоровлением криминальной обстановки. Снизилось количество зарегистрированных убийств, изнасилований, краж и грабежей. В то же время вызывает обоснованное беспокойство рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, с применением огнестрельного оружия и связанных со сбытом наркотиков. Остается высоким уровень рецидивной преступности в регионе. Это опасная тенденция, и требуется принятие дополнительных совместных мер по нейтрализации подобных угроз в текущем году и на перспективу. С одной стороны, правоохранительные и надзорные органы работают в тандеме. С другой, последние неусыпно следят за добросовестностью работы первых. За прошлый год прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности более 800 полицейских. Из них 175 руководителей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.